Всем привет! С вами из Крыма Алена Бордовская. И назрел тот час, когда пора поговорить о топ-5 уток украинских СМИ о Крыме. Благо, что на личном примере, на личных видео я смогу разжевать это все по полочкам. Ну что, начнем? За информацию спасибо РИА Крым. Ссылочка в описании. Самый первый фейк и самый такой у нас популярный – это пластилиновый мост. Многие украинские специалисты выступали с экранов телевизоров о том, что построить мост в Крыму невозможно, что это невозможно по природным данным, там входящие подводные пласты, по политическим и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, то, что наши не умеют строить. Но вот вам разница была и стала. Посмотрите, вот это тот самый момент, когда наши построили железнодорожную арку. Это первая арка, которую монтировали совсем недавно. Как можно заметить, стройка кипит. И я примерно раз в полгода каждый раз бываю на Крымском мосту. Я его называю Крымский, хотя многие называют его Керченский. А вообще сейчас идет голосование по поводу названия моста. И, как можете заметить, разница просто колоссальная. Стройка идет совсем недавно. Я прогулялась уже по построенной арке, по установленной. Я даже попрыгала на этой арке в знак того, что она все-таки стоит и достаточно крепко. Здесь совсем недавно, кстати, тоже были большие фейки о том, что после установки арки она просела на 1,5 метра и так далее и тому подобное. Но специалисты ответили, что на арках стоят специальные датчики. И датчики показывают, что расхождение идет не больше 1,5 миллиметров. А это совершенно незначительно. Можно спросить, ходят слухи, что на 1,5 метра одна опора отпустилась под аркой? Это неправдивые слухи. У нас система мониторинга отслеживает все в допустимых значениях, естественно, 1,5 метра речи не идет. Так что все в норме и мосту быть. Ждем мост, ребята. Кто ждет мост, ставьте лайк. На втором месте несуществующий энергомост. Кстати, как раз недавно, 22 ноября, мы отметили годовщину, точнее, двухлетие со дня энергоблокады Крыма. Я как сейчас помню этот день, точнее, это был вечер, когда выключили свет. Я думала, что вот, свет выключили, совсем скоро его включат. Но спустя 4 часа я уже стала задумываться, где же свет. Не было ни связи, у нас обрубилась сотовая связь, не было ни интернета, поэтому узнать, что произошло в тот вечер, мне так и не удалось. И узнала я о произошедшем только уже к утру, и то из телевизора. О том, что в Крыму достаточно долго не было света, это все правда. О том, что сюда в срочном порядке все больницы и муниципальные учреждения завозили генераторы, это тоже большая правда. Но мы это пережили, причем достаточно быстро и с улыбкой мы вспоминаем. Вот все крымчане с улыбкой вспоминают эти дни, потому что это было время, когда люди вышли на улицы, повыключали интернет и телевизоры, выходили на улицы, больше общались, больше гуляли, больше играли. Как раз выдалась очень теплая зима, поэтому проблем, в принципе, было не так много. Поэтому кому как не мне знать, что энергомост реально существует. После подключения уже первой ветки энергомоста у нас свет уже практически не отключался. И после ввода в эксплуатацию второй ветки энергомоста мы уже совсем не чувствуем недостатка в электроэнергии. Мало того, у нас не отключают свет, не отключали ни в пик, когда все включали кондиционеры, когда была жара. Правда, были небольшие перебои, с этим соглашусь. Самая большая здесь утка идет о том, что никакого энергомоста нет, что есть атомная подлодка, которая питает Крым. Ну, навряд ли какая-то атомная подлодка смогла бы снабдить весь полуостров, тем более в пике. Еще я здесь вам по секрету спросите у краснодарцев. У них тоже иногда бывает перебои с электричеством. Когда у нас бывают перебои с электричеством, значит, мы как-то связаны, да? О, третья утка фейк, это мой самый любимый, вообще самый-пресамый любимый, это безлюдные пляжи. Объясню, почему мой самый любимый, потому что очень много у меня выходит роликов, как зимой, как летом, так и весной, конечно. И когда я гуляю по пляжам в мае, например, когда там нет людей, или в начале, в самом июне, когда еще холодно, ты идешь по пляжу, вроде бы солнышко, но на улице, допустим, плюс 13, плюс 16 градусов, то есть никто не купается. Эти кадры моего видео очень охотно используют украинские СМИ. Вот вам пример. 35 тысяч туристов вместо декларируемых 160.
По майским праздникам крымчане обычно судят, удачным ли будет туристический сезон. Море прохладное, на улице было еще не так тепло, чтобы купаться. И кто из туристов приедет в мае, допустим, ну, в таком массовом своем потоке, конечно, никого не будет. Также любят вставлять кадры июньские. Июнь в этом году, например, выдался холодный, дождливый. И даже если у нас и были туристы, то они все были по экскурсиям, в горах, на памятниках. То есть они были в основном где-то, где было интересно, что делать на пляже, когда море, допустим, 16 градусов. Это же логично. Если бы вы приехали к нам в августе, я сейчас покажу мельком кадры августа, вот это кошмар. В августе я практически не езжу на море, выхожу вот здесь у себя в районе иногда, потому что пляжи, особенно Судак, Ялта, Алушта, просто что вилями, люди, кто были в августе, они мне писали: «Алена, ты сказала, что здесь не так много людей в этом году, почему?» Я по головам ходила. Со сменой страны отдыхающих просто, скорее всего, сменилась сезонность, и июнь променяли больше на сентябрь, потому что удивительно, что в сентябре тоже было достаточно много людей. Ну и цифры говорят за себя, конечно же, потому что Симферопольский аэропорт не справляется с потоком. Все мы знаем, что мы сейчас строим новый аэропорт. Сейчас поставлю кадры. И это, конечно, тоже не просто так. Я тут тоже походила, все попроверяла. Новый аэропорт строят тоже, потому что нужно увеличить пассажиропоток. В этом есть потребность. Так что ждем не только мост, ждем еще и аэропорт. Четвертый утка-фейк, он уже немножко такой подостывший, мне кажется, и более спокойный. Это голодающий полуостров. То есть, когда ввели продуктовую блокаду со стороны Украины, им, наверное, показалось, что мы почувствовали недостаток в продовольствии или в продуктах. Лично я даже не заметила эту продовольственную блокаду, я только слышала в СМИ, что писали, что произошло. Знаете, свято место пусто не бывает, и рынок пустым не бывает тоже. Как только прекратились поставки с Украины, все заменилось сразу продукцией российского производителя. Причем заменилось очень быстро, для меня очень незаметно. Как мне сказала моя родственница, было сложно, потому что она, допустим, не знает вот производителя колбасы или молочки. То есть ей сложно было, сначала надо было все пробовать, чтобы выбрать то, что понравится. Ну, что самое интересное, украинская продукция все-таки здесь, на полуострове, есть. Правда, она завозится импортером России или импортер Беларусь, например. То есть, если что-то прям очень сильно полюбилось нашим крымчанам, то они, конечно, не остаются обделены, так скажем. А еще бытует мнение, что украинские продукты, они более экологичные и более вкусные. Не могу ничего сказать на этот счет лично. Я разницу по вкусу не чувствую. По поводу экологичности, наверное, даже могу поспорить. Ну а сейчас самая такая сложная тема и достаточно щепетильная, которая, скорее всего, вызовет в комментариях под этим видео вообще тотал фольвар. Это похищение крымских татар. И здесь я прям зацитирую вырезки из этой статьи, чтобы было более понятно. Скажу лично по себе, я дружу с многими крымскими татарами, правда, они не очень любят как-то выступать на камеру. Если ты крымский татарин, тебе есть что сказать, напиши мне. И среди них нет ни одного знакомого, троюродного внучатого племянника тети, дяди, которого украли бы там или замучили бы. Но здесь нужно еще учитывать, что все-таки проводятся обыски. Это я точно знаю, то есть проводятся обыски, бывают в каких-то мечетях, бывают обыски по домам определенных личностей, так скажем, вот. Но о пропажах я сейчас зачитаю. В сентябре прошлого года родители 32-летнего жителя Судакского региона Рамзи Османова заявили о пропаже сына. Они не смогли связаться с ним по телефону, после чего подали заявление в полицию. На Украине Османова поспешили зачислить список пропавших крымских татар. Между тем, сам Рамзи Османов все это время находился в Казани на заработках. Он повздорил с отцом, с матерью, не предупредив родню, уехал в Татарстан на заработки. Выяснилось это, конечно, довольно быстро, но понятно, что в украинских СМИ очень громко рассказали о том, что Рамзи пропал, а о том, что Рамзи нашелся, сказали единицы, если вообще сказали. А 16-летнюю жительницу Симферопольского района, пропавшую в январе 2016 года, украинские СМИ успели даже похоронить. Не дождавшись завершения расследования, они поспешили заявить, что девушка мертва. Для подкрепления этой версии была использована информация о том, что в Симферополе обнаружены два тела, одно из которых принадлежит пропавшей девушке.
Но уже в начале февраля девушка нашлась живой и невредимой в Краснодаре. Она сама сообщила отцу о своем местонахождении и попросила его забрать ее. Но открою правду и секрет, что между местными жителями, особенно между крымскими татарами, все-таки ходят слухи об исчезновении крымских татар. Но еще раз повторюсь, лично никто из них не знает пропавшего или родственника пропавшего, к примеру. Это все происходит потому, что вот, например, в январе 2016 года в ряде украинских СМИ появилась информация об исчезновении крымского татарина Эрнеста Аблязимова, который был замечен на автовокзале Симферополя и затем бесследно исчез. Мужчину тут же внесли в общий список пропавших крымских татар, жертв произвола российских властей и силовиков. Ну а впоследствии выяснилось, что пропавший человек находился на Украине. И не где-нибудь, а на границе с Крымом, в составе сформированного Ленуром Ислямовым добровольческого батальона. Что самое интересное, по данным наших СМИ, вскоре мужчина вернулся в Крым, где и сообщил о готовящейся исламовскими радикалами акции. Но по мнению министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского, вся дезинформация, которая есть про Крым в Украине, это, как говорится, стрижка только начата. И мы еще услышим и узнаем много уток. Но будем следить за слухами и вообще за жизнью в Крыму дальше вместе со мной. С вами была Алена Бордовская. И, кстати, подпишись на канал. Очень скоро выйдет, кому-то кажется, провокационное видео. Для меня это просто очередной социальный эксперимент. Всем пока!